Labas rytas, dobrą jutrą. Очень приятно всех вас видеть сегодня, год спустя. Со мной уже, по-моему, четвертый год, да? Я уже запутался. Нет, третий год, так быстро время летит. Вот, и вижу знакомые лица. И это очень приятно, что наши ученые, они собираются у нас каждый год, уже 24-й раз, значит, с 1998 года. И, конечно же, это такая славная традиция. И вы знаете, я сегодня, я спонтанный человек, знаете, я же атташе по культуре. Может, кому-то я не представился, Александр Щимерец, атташе по культуре. Так как у нас сегодня вот такая маленькая компания, я сегодня начну, если можно, совсем все по-другому, нежели это было 3 года назад. Вы мне позволите? Проведение конференции. Это и несмотря на все, что
происходит вокруг. И все-таки здесь, в этом доме, и наука, и культура продолжает нас объединять. И эта конференция, как уже говорилось, это уже 24-я конференция по счету. С 1998 года, когда было заложено на начало научным конференциям, так называемым, в доме Малку Шандеса. Этим мы обязаны прежде всего творческому союзу Йозеса Будрайнеса, который долгое время был атташе по культуре, и покойного академика Владимира Николаевича Топорова, который был идейным вдохновителем многих научных встреч. Очень отрадно, что последователи Йозеса Будрайнеса на этом посту продолжают начатое дело. И сотрудничество с коллегами и учениками Топорова, и прежде всего с Татьяной Владимировной Цильян, которая в последнее время заражает всех своим энтузиазмом и связи с научными институтами Литвы. И я с большой радостью приветствую здесь всех, кто приехал к нам сегодня из Литвы и из других стран, и тоже тех, которые не смогли приехать, но, насколько я понимаю, будут участвовать дистанционно. Техника развивается. Я также рад приветствовать московских участников в конференции и наших гостей. Как и в прошлом году, эта конференция объединила три посольства Литвы, Латвии и Эстонии, а также два московских научных института. Институт славяноведения Российской академии наук и Институт мировой культуры Московского государственного университета. Мы надеемся, что это знак дальнейших плодотворных взаимоотношений, сотрудничества, которые с годами будут укрепляться. Мы со своей стороны постараемся сделать для этого все возможное. Я благодарю всех, кто тем или иным образом присоединился к организации этой конференции. Желаю всем плодотворной и интересной работы. И приятного пребывания в нашем посольстве и в Москве. Еще раз хочу пожелать вам успехов и плодотворной работы. Спасибо вам. Спасибо, уважаемый Гиздапус. Спасибо вам за ваши слова. И так как вы слышали, что это не только литовское посольство, также организация этой конференции принимают участие латвийское посольство в Российской Федерации, также эстонское посольство в Российской Федерации и, конечно же, Институт славяноведения Российской Академии Наук и Институт мировой культуры МГУ. И, конечно же, сегодня мы имеем представителя другого посольства, это господин Каспар Силанс, это советник по вопросам культуры посольства Латвийской Республики в Российской Федерации. Приветственное слово. Лабас Рейтерс, доброе утро, дорогие дамы и господа. Как я понимаю, это уже 24-й раз происходит конференция, и это показывает, что есть как интерес, так и спрос, и, конечно, качество. В современной жизни есть такое, что не хватает времени остановиться и посмотреть на учебы наших предков. Я полагаю, точно такая эта конференция, что она помогает немножко остановиться хоть на минуту и посмотреть на те мудрости, которые были раньше и которые мы можем опять использовать. Спасибо посольству Литвы и, конечно, всем другим организаторам и успешного вам конференции. Спасибо. Спасибо, уважаемый Касперс. Мы, к сожалению, сегодня представителей эстонского посольства нету, так как все представители культуры то в Петербурге, то, значит, в Таллине. Но они передают вам всем большой-большой искренний привет.
Значит, я знаю, из Сталина есть из старта, да? Есть, да? Вы, да? Вот, да, из старта, да. Значит, все хорошо, приехали, очень приятно, что вы с нами. Вот, значит, мы все вместе, как один кулак, как говорила уважаемая Татьяна Владимировна Цыпьян, нам никто не помешает жить так, как мы хотим. Поэтому мы живем так, как мы хотим, собираемся, разговариваем о самом высоком, значит, о таких вещах, о которых говорил Каспарс, которые, скажем так, они не пропадают, они все время с нами. Неважно, это было 100 лет назад, 200, 1000, это вместе, сегодня, и завтра, и в будущем. Так как времени нет, вы понимаете, да, ни прошлого, ни будущего, оно вот теперь вот есть, и все. И, конечно же, мы сегодня имеем, к сожалению, вот Татьяна Владимировна Цыпьян, мы вчера говорили по телефону, она сегодня не смогла прийти, но вы понимаете, все-таки столько она несла на себе, 24 конференции, понимаете, это не так-то мало. Я вот спросил как-то у коллег, с 98 года, вот по 2016, вроде получается там, ну, 18 конференций, там написано 24, я говорю, как это так? Говорит, а мы были молоды, говорит, по 3 раза в год делали конференции, понимаете? По 3 раза. Сейчас уже состарились по одному, а раньше было по 3. Вот, поэтому, на самом деле, вот и от вас, и ей, вот, и Татьяне Владимировне высылаю большой-большой искренний привет. Надеемся, что завтра она будет. Вот, как она сказала, кровь из носа, но все равно должна быть. Вот. И мы от вас вот, со всеми нашу энергию ей посылаем, чтобы она набрала сил, и завтра она была с нами. Я хочу сказать несколько слов вступления. Мы занимаемся камнем, проблемами геологической структуры, кристаллографии, всем накопленным в минералогии и в соответствующих областях геологии. Мы занимаемся с одной точки зрения, с точки зрения вхождения этих замечательных черт природы в культуру, в то, как разные культуры в разное время пытались осмыслить для себя возможность камня быть собеседником, возможность камня быть вовлеченным в наши не только ритуалы и не только научные представления, но во все то, как мы сопереживаем природу вместе с камнями. Я хочу подчеркнуть, что речь идет о всем огромном протяжении человеческой истории, начиная с каменного века и кончая нашим веком, в котором камень играет роль, по сути, не меньше, чем он играл в каменную пору и позднее. Спасибо вам за внимание. На самом деле, необходимо подчеркнуть важность этой конференции и интеллектуальной коммуникации, поскольку многие другие коммуникации как-то идут вниз, вот интеллектуальная должна идти вверх. Мне вспоминаются не 24 конференции, я на всех их не был, но вспоминаются те конференции, которые были посвящены памяти Владимира Николаевича Топорова, на которые приезжали все его коллеги. И, к сожалению, из вот этого старшего поколения у нас потери за потерей, и сравнительно недавно тоже. Но я помню, как вот здесь мы общались и с академиком Соболевским, и с академиком Амбразовым. И очень важно, чтобы вот эти традиции общения и обсуждения важных тем, не имеющих практического отношения, не связанных с практической какой-то деятельностью, чтобы вот это обсуждение продолжалось. И с этой точки зрения вот тот проект, название которого звучит несколько безумно, «Живой камень», да? Если еще к этому добавить то, что было сказано о том, что и времени не существует, так хочется сказать, вечно живой камень, да? Значит, тема сформулирована таким образом, что способна заставить нас задуматься о тех вещах, о которых мы постоянно не задумываемся. И вот первый результат этого
выпущенной в прошлом году по совместной большой работе, в которой принимают участие и белорусские коллеги, и блестящая статья, которая может быть реально расширена как угодно широко по этим отпечаткам камней, по читанию камней в разных регионах северо-запада, а в общем и не только. И здесь же такие вопросы, как каким образом отличать живое от неживого? Вот какие признаки, я имею в виду статью Маргариты Ивановны Новгородовой, которая, именем которой названы чуть не три минерала, то есть это специалист мирового уровня, который отвлекся от своих кристаллов и от своей минералогии для того, чтобы поставить вот этот более общий вопрос о том, что есть живое, что есть неживое. И применительно к камню и истории взаимодействия человечества с камнем посвящены многие работы, но в первую очередь вот здесь работа Вячеслава Всеволодовича Иванова, который как раз начинает с Древней Анатолии и заканчивается этот сборник вполне современным искусством, и это чрезвычайно важно. Я хотел бы поблагодарить от всех филологов, хочется сказать, и организаторов, и тех, кто нам предоставляет такую возможность вот, неспешно обсуждать, не имеющие к практике никакого отношения, но важные вопросы, вопросы, которые возвышают душу. Большое спасибо всем организаторам. Большое спасибо. И, наверное, мы вот так вот, я бы хотел, правда, еще, знаете, представить как бы организаторов со стороны институтов наших. Во-первых, это Мария Завьялова, которая практически все заболевали вместе с нами. Большое спасибо, Мария. Она, конечно, значит, и также Вера Павилова. Я понимаю, что это правые руки, значит, Татьяны Владимировны. Я когда приходил к ней на обсуждение, как будет проходить конференция, то наливали, конечно, настоечку, понимаете, кто. Татьяна Владимировна говорила, вы обязательно должны выпить еще, выпить должны, еще выпить должны. Почему вы не пьете, Александр Станиславович, почему вы не пьете? И потом я указал, сказал, да, мы будем делать конференцию. Это, конечно, шутка, но, тем не менее, на самом деле, девчата, большое спасибо вам, потому что вы вкладываете очень много сил, и я знаю, что это, как уважаемый академик сказал, что это как бы непрактично то, что мы сейчас будем чем заниматься, но это очень важно. Значит, совсем на другом уровне, если говорить на духовном, это очень важны все эти вещи, о которых вы будете говорить, потому что мир сейчас на физическом уровне, он дифференцирован очень. Дифференцирован, да. Значит, а чтобы он вообще не распался, должен быть дух выше, понимаете? Поэтому то, что вы делаете, это как раз вот то, чтобы эта физика не распалась. Да? Вы понимаете, о чем я говорю. Я не очень, может, складно, я никогда не писал диссертации, поэтому... Вот. Но я надеюсь, что все-таки вот это место и вот дух, и каждый из вас, который на самом деле для меня это такое большое счастье, когда вот, представляете, у нас вот такие умы вот в одном месте, мирового уровня, собираются в одном месте, в доме Балтушайтеса. Это просто не сказано, представляете? До сих пор я как подумаю, у меня аж мурашки по коже идут.